Добрый вечер, уважаемые друзья. Я рад вас приветствовать в этом уютном зале в Академии Гнесина. Хочу сказать, что времена сейчас непростые, сложные, поэтому, естественно, люди стараются меньше посещать мероприятия, ходить. Но, несмотря ни на что, мы проведем сегодня наш концерт. Я хочу сказать, что эти времена пройдут. Все равно наступит хорошее время, это однозначно. Я в это верю, думаю, что и вы в это верите. И в это верят студенты мои, которые выйдут сегодня на сцену. Искусство, оно вечно, что бы ни было, но его убить нельзя. Могут спорить политики, знаете, обещать друг другу всякую войну всякие. Вот это их дело. А наше дело – это искусство, приносить людям радость. Вот, и хочу сказать, что я благодарен вам, что вы пришли, несмотря на то, что на улице мороз, что зима. А сейчас я предлагаю вам полностью окунуться в мир музыки. И предоставляю слово нашим ведущим. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, гости сегодняшнего концерта, мы рады видеть вас на концерте класса заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного работника культуры Российской Федерации, заведующего кафедрой сольного пения Михаила Суреновича Акина. И мы рады начать программу нашего концерта. Первым номером для вас выступает Дакшокова Динара Николай Андреевич Римский-Корсаков. Ария Любаши из оперы «Царская невеста». Фернандо Обрадос, Эль Вито. Партия фортепиано, лауреат всероссийских и международных конкурсов Березина Альбина Викторовна. Good.
Петр Ильич Чайковский. Слова Алексея Толстого «Слеза дорожит». Китайская песня «Моя любовь». На сцене Цзянь Вэньгун, партия фортепиано, Березина Альбина Викторовна. Yeah.
Браво! Джузеппе Верди. Ария Леоноры из оперы «Сила судьбы». Исполняет Барашкина Галина. Thank you.
пропала. Михаил Иванович Глинка, слова Нестора Кукольника, попутная песня. Исполняет Михайлюков Георгий. Thank you.
Брамс, Феликс Мендельсон. Слова Генри Кельти, песня «Ветер». Исполняет Прохорова Мария. Oh!
Синь-Хунь. Thank you.
«Неверная пастушка». Исполняет Рублева Елизавета. Thank you.
застольная песня «Кола» из оперы «Кола Брюньо». Исполняет Кожебеков Тимур. Галина.
Евгений Онегин. Исполняют Барашкина Галина и Кожебеков Тимур. Тяжело.
Спасибо большое, друзья мои. Концерт наш окончен. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Да. Молодые певцы в своей жизни добились самого лучшего. Вы знаете, сейчас такое время, вот это настоящее, а есть много ненастоящего. То, что вы услышали, это уникально. Спасибо всем.